те далекие времена отважный варвар Конан стал наставником трех юных воинов, которые однажды появились в Хайгории. Каждый из них был обладателем звездного камня, который наделял их особым даром. Навах мог общаться с животными. Брайан вызывала зрительные галлюцинации. А Дрэгон превращался в непобедимого рыцаря. Многосерийный мультипликационный фильм «Конан и юные войны». Третий талисман. Автор сценария Майкл Ривз. Осторожно! Поберегись! Отойди, брат! Получай! Хороший удар, Навах. Ты в порядке? Да. Теперь-то ты мне попался. Вставай. Уже в третий раз меня бьют моим же оружием. Навах, воин никогда не сдается. Продолжай тренировку, иначе... Привет, Тики. Брайан, у тебя неплохо получается, а ты поработай еще ногами. Уличный воришка из Шадизара не может сражаться с рыцарем из Потейна. Может. Ногами ты точно работать не умеешь. Я покажу тебе удар ногой. В следующий раз у тебя получится лучше, малыш. Я не малыш, мне 8 лет. Прости, наш самый маленький. Иногда самый маленький может быть самым сильным. Вам предстоит новое путешествие, мои юные друзья. То, что вы обретете, поможет вам позже. Говори конкретнее, что мы должны сделать. Это вы узнаете, когда прибудете на место. Ваш путь лежит на восток, где вы разрушите глиняную темницу. На восток, там, где дворец Сулинары. Что он хотел этим сказать, глиняная темница? Попробуй пойми этого древнего духа. Постоянно посылает нас то туда, то сюда. Запаситесь провизией, но далеко не уходите. Вы можете попасть под злые чары Сулинары. Будьте осторожны. Я вызвала тебя из высоких земель для того, чтобы ты выполнил мою просьбу. Ваше желание для меня закон. Чего изволите? Найди этих детей. Со скоростью мысли обыщи земли и вернись ко мне. Иначе ты никогда не вернешься в свой мир. Теперь ступай. Повинуюсь. На этот раз, Грак, эти дети должны отдать мне звездные камни. Вся Хайгория станет моей. Перестань брызгаться! Что это? Просто сова, Брайан. Эти леса вполне безопасны. Дело не в лесах, а в нас. Я бы предпочла ходить темными улицами Шадизара, а не здесь. Неужели тебе больше нравятся грязные улицы, чем эти прекрасные деревья? Тебе не понять. Еще одна сова. Я еще никогда не видел таких птиц. Фляги наполнены. Возвращаемся обратно. Сулинара! Я нашел этих детей. Где? У подножия Карпатских гор, рядом с рекой Тент. Ты обещала отпустить меня. Теперь отправляйся в бутылку. Ты обещала отпустить меня.
Я передумала. Нет. Нет. Грак, немедленно отнеси меня в лес. Ни за что. Ни за что. Грак, это накидка из самого лучшего китайского шелка. Мне больше нравится шерсть. Уже темнеет. Тропинки почти не видно. Не волнуйтесь, я знаю, где мы. Я тоже знаю, мы в ловушке. Детям нельзя так поздно гулять в лесу. Отдайте нам ваши сияющие камни, иначе мы заберем их силой. Дайте дорогу. Мне он не понадобится. Мы можем сразиться в рукопашную. Колдовство. Не люблю колдунов, даже маленьких. Посмотрим, как тебе понравится вот это. Мерзкий мангуст. Стой на месте и смотри на мой перстень. В Райане смогу с ним справиться. Нет, я сама. Ты уверен, что это мангуст? А может быть, это медведь? Медведь! Медведь! О боже, бежим отсюда! Чудовище! Бежим! Бежим! Молодец, Брайан! Это была одна из самых лучших твоих уловок. Они уже давно должны были набрать воду в фляге. Не нужно было мне помогать, Брайан. Я мог и сам справиться. Какая теперь разница? Главное, что мы одолели их. Если бы вы не мешали мне, я победил бы и 10 разбойников. А все вместе мы сможем победить 30, 40 человек. Расскажем об этом Конану. Мы юные воины. Дрэгон! Нет! Конан! Конан тебе не поможет! Отдай звездный камень! Нет! Дрэгон! Сейчас и вы отдадите мне звездные камни. Пошла прочь, Сулинара. Конан, назад. Грак, быстрее. Дрэгон. Дай мне повязку. Ты ранен? Нет времени на вопросы. Дрэгон, твоя голова. Ты в порядке? Сулинара исчезла? Она улетела. Я же просил вас быть осторожными. Эта колдунья может появиться где угодно. Пора возвращаться. На рассвете мы отправимся в путь. Куда ты? Хочу забрать свой камень у Сулинары. Я позову Конана. Нет, я сам верну камень обратно. Я с тобой. Нет, Брайан, это слишком опасно. Но самому тебе не справиться. И я с вами. Нет.
Нава, кто-то должен остаться здесь, чтобы предупредить Конана в случае, если мы не вернемся. Хорошо, будьте осторожны. Пойдем. Если у меня будут все три камня, я смогу обладать безграничной властью. Тогда я покончу с этим отродьем, и никто никогда не сможет причинить мне вреда. С оставшимися двумя будет сложнее. И Конан, и дети наверняка станут более осторожны. Я знаю, дурак. Но они не подозревают, что я скоро нанесу им повторный удар. Немедленно отправляются на их поиски. Нет. В прошлый раз я чуть было не умер от холода. Да, да, я уже ухожу. Подъем, вставайте. А где Брайан и Дрэгон? Где-то неподалеку. Куда они направились, Нава? Они просили не говорить. Ты должен мне рассказать. Оставшись одни, они подвергаются опасности. Похоже, ты прав. Вчера Сулинара похитила у Дрэгона камень. А сегодня они решили его вернуть. О, Гром. Мы должны найти их, прежде чем это сделает Сулинара. Пойдем. Найти детей, Грак. Ах, Сет. Если бы мне удалось вернуться в запредельный мир, я бы заставил Сулинару заплатить за все мои страдания. Вот они. Дрэгон, осторожней! Прочь, демон! Звездный камень, будь ты проклят! Бежим! Выходите, детки! От меня не спрятаться! Кажется, пронесло. Надо найти Конана. Колдунья, я обнаружил двух подростков. Почему ты не доставил их сюда? Они отразили мое нападение своими камнями. Я мог бы их сжечь, но ты сказала мне, что они нужны тебе живыми. Глупец, Грак. Сейчас же неси меня к ним. Как прикажешь. Все кончено. Ваше оружие на меня не действует. Хватит. Грак, сними с нее кольцо. Но, госпожа, у них звездный камень. Я не могу к ним даже прикоснуться. Хорошо. Отдай камень. Оставь ее в покое, демон. Кольцо. Оно мое. Два камня у меня, один у них. Договорись с ними, Грак. Больше они нас не побеспокоят. За мной, Грак. Мы должны найти последний камень. Сулинара, я ранен камнем. Если не обработать рану, я умру. Разрази тебя, Сет. Мне нужна твоя помощь, чтобы найти последний камень. Отнеси меня в мой замок и побыстрее. Приближается момент моего триумфа. Thank you.
Они улетели. Мы не упадем. Я держу вас. Ты подоспел вовремя. Навах рассказал мне о камне Дрэгона. А теперь и того хуже. Сулинара забрала еще и кольцо Брайан. Если она заполучит и третий камень, все силы тьмы будут в ее распоряжении. Заполучить третий камень будет очень сложно. Конан и его ученики сделают все, чтобы спрятать его понадежней. Есть еще одно решение. На тот случай, если они проберутся сюда за своими камнями. Ты наивен, Грег. Неужели они пойдут на самоубийство? Это безумие. Даже с нашими тремя камнями нам не добраться до Сулинары и не победить ее. У нас нет другого выхода. Если она заберет третий камень, все окажется в ее власти. Конан прав. Нужно подготовиться к атаке. Кажется, я знаю как. Это задача воинов, а не детей. Постой, Дрэгон. Давай послушаем, что скажет Навах. Тики, крыша должна быть какая-нибудь щель. Найди ее. Надеюсь, он в порядке. Надо найти эту ведьму. Сулинара! Кто-то открыл ворота. Думаешь, это Конан? Ясно, что им не удастся добраться до меня. Но если и так, то у нас очень скоро окажется третий камень. Колдовство. Что это? В кувшине что-то есть. Неужели Деметриус сказал правду? Разрушить глиняную темницу. Спасибо, что освободили меня. Кто ты такой? Я слуга из запредельного мира. Колдунья вызвала меня оттуда и наложила заклятие и приказала служить ей. Но, разрушив мою темницу, вы сняли с меня заклятие. Да, это правда. С тобой я разберусь позже, когда я заполучу от этих несчастных третий камень. Отойди, демон! Звездный камень! Глупцы! В моем замке я непобедима, вы не одолеете меня! Наконец-то! Третий камень! Отдай его мне! Я тоже кое-что умею! Моя повязка! И мое кольцо! Бежим! Мерзкие дети! Нет, вам не удастся уйти! За ними! Бежим, Грак! Сейчас здесь все взорвется! Конан! Я свободен. Спасибо, друзья мои. Я возвращаюсь в свой мир.
Пора и нам возвращаться, пока не появилась Сулинара. Мне кажется, Сулинари сейчас не до нас. Я была так близка. Так близка. Ну, что ты скажешь в свое оправдание? Мне понравился пожар. Первый раз я согрелся за все это время. Мы добудем эти камни. Клянусь. Если бы вы сказали мне правду, я уверен, ничего бы этого не произошло. Но если бы мы не пробрались в замок Сулинары, ее слуга так и остался бы узником. О, Кром, я не знаю, как спорить с детьми. Теперь я понимаю, что имел в виду Эпиметриус, когда сказал, что даже самый маленький может быть самым сильным. Да, так и есть. Да, если бы не ты и Тики, все три камни были бы у Сулинары. Но вы мне тоже помогали. Немножко. Хватит болтать. Пора тренироваться. Дрэгон? Брайан? Навах. Ну-ка посмотрим, малыш, из какого теста ты сделан? Кто это назвал меня малышом?